В этом году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. В праздничные дни больницы будут работать по следующему графику. Прием пациентов в поликлиниках, амбулаториях, участковых больницах, офисах врачей общей практики будет осуществляться 2 и 5 января с 8 до 14 часов дежурными врачами-терапевтами, педиатрами и врачами общей практики. 30-31 декабря, а также с 1 по 8 января стационарное отделение, скорая помощь, травматологические пункты, приемный покой будут работать в обычном круглосуточном режиме.